жду людей на еще один прямой эфир друг за дружкой. Привет-привет. Всем снова здравствуйте. Мы снова встретились. И, как я уже говорила в эфире с акварелью, сейчас мы будем с вами работать маркерами. Обычная пища — бумага. На него я перевела шаблон, который мы рисовали вчера. И беру вот такие оттенки маркеров. Это маркеры Touch, мне они очень нравятся. У них один конец брашевый, другой такой вот средней толщины, толстенький. Сейчас покажу вам, какого они цвета. Попорчу немножко шаблон. Первый цвет, который я использую как основной тон, это YR29, такой средне-бежевый. Он достаточно светлый, такой рыжеватый. Хорошо подходит. Сейчас немножко подсохнет и будет более светлым. Хорошо подходит для прорисовки кожи. Давно-давно случайно на него наткнулся. Мне он очень понравился. И с тех пор им рисую. Второй цвет. Это Peanut. Ореховый такой светлый. Арахисовый точнее. Им можно сразу нарисовать кожу, основной тон, а можно немного углубить тени. Мне он нравится также для прорисовки волос, например, светлых оттенков. Очень хорошо для блондинок подходит. И третий цвет. Это такой грязно-желтый, тоже от Touch. Им я прорабатываю самые глубокие тенюшки, когда рисую именно маркерами. Он такой вот грязно-холодно-желтый какой-то получается. И им также хорошо рисовать тени на светлых волосах. Вот такие три маркера. Это для светлой кожи. И хочу вам еще показать, поделиться, чем я рисую темную кожу. Сейчас найду. Здесь маркеры у меня никуда не скрылись. Угу. Опять маркеры Touch один. И второй это маркер Style File. Этот вообще очень дешевый, он, по-моему, 100 с копейкой рублей стоит, в отличие от Touch, которые 300-400, может быть, сейчас еще дороже. Как основной тон я беру цвет такой темной кожи, кожаный коричневый. Получается такой насыщенный оттенок загара, очень темный, даже какой-то смуглой кожи. Давайте я пропишу потом номера обязательно, в отдельном посте сделаю, все выложу, и у вас будет возможность сохранить и потом купить похожие. И вот такой темный Style File. Цвет 808. Так, сейчас давайте, ладно, сейчас подпишу, чтобы было. Светлый оттенок. Кто успевает, записывайте. YR29. Средний оттенок. BR113. Грязно-желтый оттенок для теней. Это YR223. Все равно потом в посте продублирую информацию, чтобы была. Потом вот этот оттенок кожи, это BR112. Это все Touch. И вот это Style File. Оттенок 808. Делайте скриншоты, сохраняйте. Но я потом все равно еще все это напишу. Сегодня будем рисовать светлую кожу, потому что, может быть, видели, у меня в ленте уже есть девочка с темной кожей. Там я использовала чуть-чуть другие маркеры. А сейчас будем делать светленькую. Так, убираю цвета и берем наш первый цвет, светлый беж. Широкой кистью начну закрас. Тоже сначала просто в один тон мы покрываем весь наш шаблончик. Такими легкими движениями делаем закрас. Механика точно такая же, на самом деле, как в акварели по наложению теней. Сейчас еще цвет пока достаточно темный. У меня еще здесь подложка темная, но подсохнет и станет посветлее. Закрашиваем, закрашиваем.
Тоже торс проходимся по всему. Шаблон лучше рисовать не мягким карандашом, потому что когда будете закрашивать потом маркерами, может пойти грязь. Вот у меня был HB-карандаш, все равно в некоторых местах чувствую, что он поплыл вслед за маркером. Так, теперь берем мягкую сторону. И вот здесь очень удобный этот брашевый кончик, то, что можно какие-то тонкие местечки тоже сразу прорисовать. И теперь шея и лицо. Тут стараюсь не залезать на глаза, но маркер может все равно немножко подплыть. Это не страшно. Так, хочется все-таки сделать какую-то подложку, потому что на темном фоне плохо видно. Вот, так светлее гораздо. Мы сделали с вами основной тон. Видите, такой светло-красновато-рыженький. Хороший оттенок. Когда он подсыхает, он становится более спокойным. Теперь давайте этим же цветом прорисуем первые основные тени. Они будут достаточно широкие, потому что создаем такую мягкость в фигуре. Более жесткие тени у нас пойдут потом. Темняем носик, глазки, скулы, делаем контуринг. Выделяем чуть-чуть ключицы. Также добавляем тень под грудь. Вставляем блики. Там, где грудь, подрисуйте. Маленькая слишком, имейте в виду. Тут вы можете себе нарисовать любую грудь, какую вы захотите, на самом деле. Хотите, можно Памелу Андерсон. Делаем тени так же, как в акварели. Акцентируем немножко животик. Торс тоже по низу весь затемняем. Внутренняя часть руки также у нас в широкой тени. Делаем ее пошире вот здесь в зоне сгиба локтя. И по ногам точно так же. В центре мы оставляем блик. Коленочку затемняем. По бокам добавляем тенюшки. И с другой стороны. И вниз тоже уходим с изогнутой тенью. И вот чуть-чуть сбоку можно добавить тоненькую. Стопы затемняем. Это наши основные такие крупные-крупные тени. Теперь берем следующий цвет, это BR-113. Сначала подсохнет немножко сама наша кожа, вот я чувствую, что она такая мокроватая. Пока можно прорисовать волосы. Тоже сначала в один тон, и потом этим же цветом можно добавить легкие тени, и потом усилить их другим оттенком. То есть в глубину добавляю понасыщеннее цвет. На линию роста волос, откуда челка идет. И можно здесь чуть-чуть тоже где-нибудь добавить. И теперь далее рисуем первые тени. Также сначала проходимся по лицу. Нос, скулы чуть-чуть. Если, например, кажется, что слишком темные сделали где-нибудь места, во-первых, маркер еще немножко посохнет, станет посветлее. И, во-вторых, можно взять первый наш цвет, пройтись по краю и немножко сгладить этот эффект, который вдруг вам может не понравиться. То есть накладывать цвета можно не только темный на светлый, да, но и как-то размывать границы. Акцентируем здесь также ключицы.
Выделяем грудь. Помимо того, что мы заходим на сам объем груди, мы еще делаем тень под грудью. Прям все вместе одним движением. Выделили чуть-чуть ребра здесь. Опять идем по внутренней части руки. Можно показать также объем, как на цилиндре, чуть-чуть добавить тень вот здесь. И мы показываем дополнительно еще рельеф, объем на плече и то, что у нас вот здесь локоток тоже пошире идет. Затемняем торс, проходимся сбоку. Тут как бы немножко показываем тазовые косточки тенюшками. И по бедру все то же самое. Теперь по бедру мы можем сделать здесь тень поменьше, а вот здесь уже добавить ее такую более длинную. Выделяем опять коленочки. И дублируем также тени внизу по голени. И с этой ногой точно так же. Например, хочется вот усилить, да, какую-то тень в области живота. Можно прям широкой стороной, светлым первым маркером, все это сгладить немного. В принципе, можно оставить тени так. Точно можно, но если хочется как-то еще покрутить, поработать, что-то поделать, то берем наш третий оттенок. И давайте сначала тоже добавим его на волосы. Вот о чем я говорила, что мне нравится его использовать для светлых волос. Как получается светло-русый. Добавляем немножко в тени. Теперь идем дальше с тенями по коже. Акцентируем немного нос, глаза тоже. Чуть-чуть можно виски подтемнить. Тут уже работаем прям кончиком-кончиком маркера. Затемнили губы. Под подбородок тоже кладем такую широкую тень. И тут можно вот такими линиями выделить шею. Тут получается, что темным этим маркером мы делаем не только как бы тени, мы еще немного добавляем контура сразу. Выделяем тени по груди также. Чуть по руке, прям самую капельку. По боку. При этом тоже, например, если этим цветом где-то слишком темно, то можно добавить опять первый оттенок и опять сгладить. Затемняем также торс. Вот прям чуть-чуть, так капельками разбрасываем темный оттенок. Он у нас, получается, выступает уже таким акцентным.
Вот такие тени у нас получились с вами. Теперь что мы можем сделать еще с нашей куколкой? Добавить ей обводку. И это может быть обводка линером, или обводка карандашом. Так, где-то только что я рисовала в прошлом эфире коричневым карандашиком, и он исчез. Да, пропал мой карандаш коричневый. Что это такое? Барабашка его унес, видимо. Ну, не беда. Берем тогда темно-серый графит. И им тоже совершенно спокойно можно сделать контур. У меня HB, можно взять, например, B сюда. Но с B осторожно, потому что он может потом, если мы будем сверху над ней рисовать что-нибудь, может поплыть куда-нибудь, подтереться. HB тоже получается неплохой контур, он просто более мягкий. Она получается такая вся менее графичная, менее яркая. Но так тоже можно, в принципе. Делаем ее везде поярче. Контур также где-то потоньше, где-то потолще. Тут вот, например, вообще чуть-чуть можно выделить. Посильнее выделяем по бедрам. Какие-то такие основные моменты можно наметить. И остальное, в принципе, оставить. И здесь еще выделим колени. Прям можно серым цветом чуть-чуть проштриховать. Тут можно тоже пройтись по плечу немного, локоток выделить. Здесь это у нас, кстати, локоть вот, а тут уже у нас объем мышц. Выделяем также немножко лицо. Это у меня квадратный получился. Волевой подбородок. Ну и давайте уже до кучи тогда выделю волосы еще, прядки. Вот такую получили мы с вами девочку. Надеюсь, что вам было интересно смотреть сегодняшние аж целых 2 эфира. Жду ваши работы с закрасом кожи. Вы можете уже заранее прорисовать на нее какой-то комплект белья, боди, но не слишком такое широкое, объемное, потому что впоследствии мы будем на нашу девчонку рисовать одежду. Тоже будет очень-очень интересно. Актуальная такая тема. Свитер, пальто, мне кажется, под нынешнюю погоду вот самое то прям. Рада всем, кто был с нами сегодня. Жду ваши работы. Ставьте хэштег, отмечайте меня и Катю Fashion Vector Design. И всем пока-пока. Вам спасибо, спасибо за просмотр, за эфир тоже. Всех обнимаю. И завершаю эфир сегодняшний.